Салединов Фикрет Усейн-Огла родился 12 июля 1926 года в Крыму, в селе Эскиэль Бахчисарайского района Крымской АССР. Его отец Усейн работал сельским учителем, затем был председателем совхоза. Мама Хатидже Аджиаревкуза занималась воспитанием детей, была домохозяйкой. Родным братом матери Хатидже был знаменитый писатель, общественный деятель Аблаким Ильми Аджиаревоглу. Родители заметили, что с 3 лет маленький Фикрет стал выстукивать полюбившиеся ритмы на консервной банке. Их это очень удивляло и радовало. Юный Фикрет однажды, услышав звучание скрипки от соседских мальчишек, которые в то время учились в Симферопольском музыкальном училище, полюбил ее, и у него появилось желание попробовать сыграть самому. К 11 годам он сам смастерил себе скрипку из фанеры, струны из телефонных проводов, а смычок из конского хвоста. Начал заниматься сам, не зная нотной грамоты, фантазировать, импровизировать, подбирать знакомые мелодии. И у него получалось. Самоучка, самородок. Помощниками были у него книги самоучителей игры на скрипке. Пошла молва о мальчике-музыканте, как о исполнителе крымско-татарской народной музыки. Народ его очень полюбил и приглашал на разные торжества, где он играл один. Затем окончил 7 классов средней школы. Родной дядя Аблаким Ильми Ариф-Огла с радостью подарил ему настоящую скрипку, видя его талант и огромное желание познавать искусство мастерства игры на скрипке. Началась война. Во время оккупации в Крыму немцы стали вывозить молодых девушек и парней в Германию, Австрию на работы. Фикрета угнали в Австрию, где он работал на деревообрабатывающем заводе. Там же он встретил свою будущую супругу Мухтеремову Сибию, которая работала на стеклянной фабрике. Они вместе еще детьми учились в Крыму в Талбадраке, ныне Скалистая, Бахчисарайского района, в школе параллельных классов. А тут неожиданно, спустя 4 года, встретились на Венском вокзале в Австрии уже юношей и девушкой, узнав друг друга и, конечно же, влюбились. Вместе прожили огромную жизнь длиною в 63 года. На свет у них появилось 11 детей. Также воспитали 3 внуков. По возвращению из Австрии их путь лежал не в Крым, а в Узбекистан, куда были депортированы крымские татары. Как и остальные крымские татары, Фикрет и Сибия стали спецпереселенцами. Они жили в Самарканде. Почти 10 лет, с 1946 по 1955 год, работает на заводе «Красный двигатель» упаковщиком, шлифовщиком, заточником. Одновременно выступает перед рабочими на заводской сцене, играя на скрипке. Фикрет Салединов не расставался со скрипкой никогда. Свободное от работы время брал уроки в Самаркандском музыкальном училище у педагога Николая Павловича Зинина, который, видя талант Фикрета, с огромным удовольствием преподавал ему игру на скрипке, а также теорию музыки и гармонию. В 1955 году уезжает в Ташкент и работает в Ташкентском инструментальном заводе временно разнорабочим. Через год возвращается в Самарканд и вновь устраивается заточником на завод «Красный двигатель». 12 марта 1957 года проходил конкурс, в котором участвовало 98 человек, прибывшие из различных пунктов Узбекистана, в ансамбль «Хайтарма». В результате прослушивания и просмотра артистов постановили музыканта Салединова Фикрета зачислить в Узгосэстраду в качестве музыканта-исполнителя первой скрипки крымско-татарского ансамбля «Хайтарма». Начинается гастрольная жизнь по городам. К тому времени у Фикрета и его супруги Сибии было 2 детей. Артистов жильем не обеспечивали, и Салединовым приходилось жить по разным углам. Один случай решил их дальнейшую судьбу. В
1958 году гастролировали в городе Маргилане Ферганской области. В концертном зале клуба «Шелковиков» присутствовал директор детской музыкальной школы Владимир Афанасьевич Веселков. После концерта он подошел к Фикрету и предложил остаться работать и жить в этом городе, пообещав в дальнейшем со временем предоставить ему жилье. Фикрет согласился. Так Фикрет с семьей с 1958 года по 1980 прожил в городе Маргилане Ферганской долины. В этом городе, вдали от родины, Фикрет сочинил все свои произведения. Творчество Фикрета Салединова разнообразно по содержанию и жанрам. Его творческий багаж составляет фортепианные, вокальные, инструментальные и скрипичные произведения, сонаты, серенады, концерты для различных инструментов, музыка для театра, произведения для ансамбля скрипачей, для симфонических, духовых оркестров, для детских садов, детских музыкальных школ, училищ, консерваторий. Собрал из народного фольклора 350 народных песен и инструментальных для фортепиано. Всего насчитывается более 400 его произведений. Также он сочинил около 50 стихотворений на родном языке. И это при том, что заниматься композиторской деятельностью Фикрету Салединову приходилось, совмещая ее с преподаванием в трех детских музыкальных школах городов Маргилана и Ферганы. В период работы на педагогическом поприще организовал детский симфонический оркестр, сам был дирижером, сам же писал оркестровки не только на свои сочинения, но и на произведения других композиторов. Одновременно создал взрослый симфонический оркестр, в котором играли педагоги детских музыкальных школ. Среди них и его бывшие ученики, которые закончили музыкальное училище консерватории. Всех скрипачей он собрал, трубачей собрал, кларнетист Рамазана, знаете? Рамазан был кларнетист. Вот, Рамазан. Потом Беляев был там. В общем, 20 там было. Он создал взрослый оркестр из педагогов, можно сказать. Не детский, а из педагогов. Мы уже работали в музыкальной школе уже столько лет. Вот он нас оттуда собрал. Говорит, я вот такие вещи написал. Мы можем собраться и проиграть. И вот с этого началось. Мы каждое воскресенье ходили как на урок к нему, в этот большой оркестр. Вот он там создал оркестр при клубе «Шелковиков». Дали вот Рустем, Ридван, все он на кларнете. В общем, все там играли у него в оркестре. Не в детском, а уже, как говорится, все педагоги были. Его вещи играли. Желаем уже Ленинградский там. Пек были Вера Метля. Пек Адам Север. Чалдыр Север. Чалдыр. Hocam Topzulan hepsine avestini var ya. Avestini bu bir güzel ders geçiriyor. O Roman çaldırıyor da ondan sonra o sıçalıyor da al keman. Настраивает фортепиано в детских музыкальных школах и у людей на дому. Изготавливает из сосны и красного дерева скрипки, смычки. Одновременно реставрирует скрипки. Играет свадьбы с двумя старшими сыновьями. Фикрет и его супруга сумели передать любовь к музыке своим детям. И поэтому каждый ребенок стал музыкантом. За вопрос такой. Мама с большим пониманием относилась к творчеству отца, и она его поддерживала и морально. И даже когда папа был очень стеснительный человек, очень скромный, и если некоторые вопросы не мог решить, он ходил вместе с мамой. Я не стесняюсь этого говорить, потому что мама у нас боевая, умная, смелая. Вот. И все же она подарила папе 11 детей. И я думаю, что папу вдохновляла не только мама, любовь их, любовь и к нам, детям, и ко всему миру, и ко всем людям, и любовь к родине, и тоска по родине. Поэтому любое произведение, слушая отца, перед глазами всплывает море, горы, Крыма. Окончил Ферганское музыкальное училище экстерном за 2 года. И тут же, в 1961 году, поступил в Ташкентскую консерваторию. Многим студентам консерватории и музыкальных училищ помогает решать задачи по гармонии. Гармония приравнивается к уровню высшей математики.
1980 года по 2006 год он с семьей переезжает в поселок городского типа Новоалексеевка Генического района Херсонской области. То есть ему так и не удалось вернуться на родину. Работает преподавателем в детских музыкальных школах. Красногвардейска, ездил на работу в Крым, Новоалексеевке, Комарова, Геническо, Чкалово. Так же, как и в Маргилане, он организовал оркестр, в котором играли преподаватели детской музыкальной школы и учащиеся. Фикрет хотел, мечтал, чтобы его произведения наконец зазвучали. Преподаватели детской музыкальной школы, видя талант Фикрета Усеиновича, не остались равнодушны к его творчеству. Общими усилиями организовали творческий вечер. Прозвучали тот же самый вальс «Мелевши». Такие вальсы, как «Барса-баса», «Барах-шама», «Арзулар», «Урманлар», Февзи Бекиров исполнил песню «Гидеры-сен». Сам Фикрет Усеинович исполнил своих два произведения «Нагме» и «Концерт для скрипки и фортепиано». Только в 2001 году правление Крымского республиканского отделения приняло Фикрета Салединова во Всеукраинский музыкальный союз ассоциации композиторов. Тогда ему исполнилось 75 лет. В 1999 году заболел инсультом. Пропала память на письменную и нотные грамоты, так как переработал, усиленно готовясь к творческому вечеру, который обещали Фикрету организовать, Крымский инженерно-педагогический университет и Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр. Рукописи пролежали у них 20 лет. Так и не организовали. Не просил? Нет, папа не просил. Просто он, во-первых, никогда не жаловался нам, что у него какие-то трудности. Но я поняла, когда в 99-м году у него случился инсульт, он потерял память, нас никого не узнавал, ни маму, ни детей. Но все время одно и то же твердил. Моя музыка пропала, я все сдам в музей. После больницы я приехала домой, и тут же все стало везде рыться в его шкафах, и нашла рукопись, которая меня затронула до глубины души, я не давала мне покоя, я все время про это стала думать. То есть он там уже прощался с миром навсегда, потеряв свою мечту, потеряв надежду, уже даже погаснув и уже похоронив, это меня так затронуло, я даже сейчас говорю, у меня мурашки по телу, что когда уже через 3 месяца ему чуть-чуть стала память возвращаться, вот, то есть он узнавал только нас и маму, я ему дала честное слово, что я все опубликую и не дам погибнуть творчеству отца. Самое трудное испытание для творческого человека – испытание успехом.
А этого у него не было. Бесконечное обивание порогов различного уровня инстанций, писание писем, надежде, что будут исполнять его произведения. Все безуспешно. Везде натыкался на стеклянную безмолвную дверь. Отрывок одного из письма в различные инстанции городов Ташкента и Симферополя. «Если можно, тогда подскажите, пожалуйста, мне хоть один путь. То, что мои сочинения лежат лишь на бумаге, меня это беспокоит». А теперь на крымско-татарском языке, как Фикрет сам написал. «Эгермум кюнулса, манабыр елку стыранас, язган и сырлерам кяготу сунды ядханна рацызланам». Композитор стремился всю свою жизнь, чтобы его произведения исполнялись большими симфоническими оркестрами. И только благодаря усилиям дочери Эльмиры выпускается в свет его соната «Соль минор» для скрипки и фортепиано, которая уже в 2008 году была исполнена на венской сцене в Австрии Тимуром Вахабовым. Также ею издаются еще 50 произведений в 10 сборниках. Саледин Фикрет успел поприсутствовать на своем творческом вечере в городе Симферополе, организованном дочерью Эльмирой 22 декабря 2005 года в Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре. Через 10 дней после творческого вечера перестало биться его сердце. После того, как замечательного, одаренного во всех смыслах этого слова композитора не стало, спустя 3 месяца, 1 апреля 2006 года, прошел творческий вечер в Москве уже в память о Фикрете Салединове. В апреле 2008 года в телепередаче «Вечерний дилижанс» дочь композитора в прямом эфире рассказала о жизненном и творческом пути отца. В июле 2009 года дочь Эльмира стала правообладателем творчества отца и уже в сентябре этого же года стала членом Российского авторского общества, заключила договор и зарегистрировала все произведения Фикрета Салединова. В августе 2011 года на прославленной сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в городе Казань на днях Москвы в Республике Татарстан камерным оркестром «Виртуозы Москвы» дирижер Владимир Спиваков исполнилось произведение Фикрета Салединова «Вальс Мелевше» в ряду с мировыми классическими композиторами. 16 января 2017 года прошел гала-концерт «Эй, Кузель Крым» в Московском международном доме музыки, организатором которого являлась компания «Делавер» при поддержке Московской общины крымских татар. Первая часть была посвящена творчеству Фикрета Салединова. Подготовка выполнена дочерью Эльмиры. Сценарий, видеоролики, репетиции с оркестром, предоставление изданных произведений. Большой симфонический оркестр города Москвы, Русская филармония, дирижер Юрий Ткаченко исполнил 7 произведений Фикрета Салединова. «Вальс Мелевше», «Агарова Вихайтарма», «Барси Слера», «Яйляда», «Вайтарма Фантазия», «Ватана Светлиге», три произведения из которых прозвучали впервые, хотя написаны были 45-50 лет назад. Это такие произведения, как «Барси Слера», «Яйляда», «Ватана Светлиге». Ведущей вечера была внучка композитора Мамбетова Эльвина. Характеристика на педагога детской музыкальной школы номер 1 города Маргилана по классу скрипки Салединова Фикрета Усеевича. В данной детской музыкальной школе работает с 1958 года. За время работы в данной школе он показал себя как трудолюбивый, опытный педагог с большим педагогическим стажем. Был организатором и руководителем ансамбля юных скрипачей детского симфонического оркестра. Педагог имеет похвальные грамоты за воспитание хороших учеников. Многие его ученики закончили музучилище, консерваторию и работают рядом со своим наставником. Салединов Фикрет Усеинович активно принимает участие в общественной жизни школы, в концертной деятельности, к людям относится доброжелательно, постоянно стремится помочь молодым педагогам в работе, большое внимание уделяет самообразованию, занимается композицией, интересуется и владеет настройкой инструмента фортепиано, увлекается полифонией, гармонией,
инструментоведением, а также историей, географией. Саледина Фикрет Усейнович любит свою педагогическую работу, любит детей и вводит их в мир прекрасного, мир музыки. Спасибо моей сестренке Мире за ее труды, за то, что она, не щадя своего времени, ни здоровья, столько времени уделяет творческому наследию моего отца Саледина Фикрета Усейновича. Я хочу пожелать, чтобы многогранная музыка моего отца Фикрета Салединова звучала в веках, как на свете крымско-татарского. Крым, Дульберлига, Ахында, Ярфан. Он природа, Ахында, Ярфан, по имени. По Крым, Бутын, Бахына, Солнадык, Тима, Тикаранчик, Рыбысне, Охаткери. Крым, Тимьян. Лекин, оле бір сойлары, мені адамлар аңнадылар, оле бір сойлары аңнады. Ну, потом и аңрады. Лекен, яңыз батыры тоқты чықмады. Да, кіздер неделде, он жыл, егі жыл, жүрінге болғыны, сүйлерге малик болғанды, бізге, да, яқыры, яқылықтан, елдерінеге мүмкін еді. Енді бұна пайыз, ол есті жақты. Енді біз кіпсе жаныма ормай, кіпсе жаныма.